В секторе искусств научной библиотеки Института культуры открылась новая выставка «Моя война», посвященная столетию со дня рождения кинорежиссера Григория Чухрая. Григорий Наумович Чухрай – советский и российский кинорежиссер, сценарист, педагог, общественный деятель, народный артист СССР. Его фильмы входят в золотой фонд советского кинематографа. Он снял немного кинокартин, но навсегда вошел в мировую историю киноискусства. Григорий Чухрай – классик отечественного кинематографа, мировую славу которому принесли картины «41-й» и «Баллада о солдате». Его картинам рукоплескали в Каннах, его фильмы любил Хрущев, а экспериментальную киностудию поддерживал Косыгин. Григорий Чухрай выпустил один из самых премированных фильмов истории отечественного кинематографа «Баллада о солдате». Он изобрел инновационную экономическую модель кинопроизводства. Чухрай одним из первых в советском кино рассказал о чудовищном отношении к пленным в СССР в фильме «Чистое небо» и о дезертирстве во время войны в фильме «Трясина». Фильмы Григория Чухрая номинировались на премии «Оскар» и «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. В экспозиции представлены книги о режиссёре, педагоге Григории Наумовиче Чухрае. Среди книг особый интерес представляют следующие издания: Григорий Чухрай, «Мое кино», «Моя война», Мартыненко, «ГИК», «Школа киноискусства», Михаил Ром, Сергей Юткевич и другие.